Азербайджанское информагентство «Азертадж» информирует читателей, что постоянно растущее количество приезжающих в Казахстан туристов наглядно демонстрирует нарастающий интерес к выставке. Павильоны «Экспо» уже посетили свыше 1 миллиона человек. Самой интересной площадкой для гостей стал павильон Казахстана «Нур-Алем». Выставка таких показателей достигла только в течение первых 10 дней. Автор статьи уверен, что с такими темпами число посетителей «Экспо», которое продлится до 9 сентября, превзойдет все ожидания организаторов. Проведение «Экспо-2017» в Казахстане наряду с США, Францией, Германией, Японией и другими развитыми странами даст толчок к расширению партнерства в энергетической сфере региона, а также позволит применять новые технологии в стране. Кроме того, выставка создает условия для организации международного диалога по обеспечению энергетической безопасности. Это международная площадка, где страны в ближайшие несколько месяцев рассмотрят энергетическую политику и пути реформирования этого сектора.